некоторые представители партийных органов из числа ингушей, представители национальной интеллигенции и старейшин, пытались достучаться до руководства республики и потребовать решения проблемы, но безуспешно. Исчерпав все возможности, ими было принято решение обратиться напрямую в Москву. В марте 1972 года 27 коммунистов ингушей написало письмо в ЦК партии, пытаясь привлечь внимание к проблемам их народа. Пленум чеченского обкома Компартии охарактеризовал данное действие как очернение советской действительности. Авторов обвинили в национализме и желании раздуть проблему. Начались гонения на них и на тех, кто поддержал письмо. Невзирая на развернутую травлю, пятеро представителей ингушской интеллигенции – Гадзиев, Плиев, Базоркин, Куштов и Картоев – составляют в Москву новое обращение. В 80-страничном письме о судьбе ингушского народа они требуют возвращения пригородного района, а также принятия мер по улучшению социально-экономического положения вайнахов. Отсутствие ответа заставляют пятерку лично отправиться в Москву к генеральному секретарю ЦК Леониду Ильичу Брежневу. В столице их принимает его помощник Евгений Разумов. Разумов прямо заявляет ингушам, что их требования расходятся с линией партии, после чего кампания травли развернулась с новой силой. Их исключают из партии, комсомола и увольняют с работы. Давление на ингушей спровоцировало их утром 16 января 1973 года выйти на митинг в центре Грозного. Митингующих поддержали во всех уголках Чечено-Ингушетии, в город начали прибывать другие ингуши. Власти старались препятствовать их передвижению, перекрывали дороги, запрещали остановку поездов на железнодорожных станциях в пределах республики. Но это только разжигало страсти. Требования протестующих были либо передача пригородного района в состав Чечено-Ингушетии, либо отмена ограничений на поселение там ингушей. Собравшиеся на митинг получили поддержку горожан, протестующих кормили, поили горячим чаем. Несмотря на суровый мороз, расходиться по домам никто не намеревался. Нельзя не отметить, что протестующие вели себя максимально мирно, за три дня не было зафиксировано ни единого случая хулиганства, не говоря уже о более серьезных противоправных деяниях. Все хотели только одного – восстановления нарушенной, по их мнению, исторической справедливости. Несмотря на мирный характер протеста, в Грозный были стянуты войска. В ночь на 19 января протестующих атаковали вооруженные стрелковым оружием и саперными лопатками солдаты. Кроме того, были подогнаны пожарные расчеты, чтобы обливать митингующих холодной водой. После того, как митинг был разогнан, началась очередная волна гонений и дискредитация организаторов и рядовых участников митинга. Многие ингуши лишились работы, были отчислены из учебных заведений. Напуганные произошедшим власти все-таки вынуждены были принять меры по исправлению положения ингушей в Северной Осетии и самой Чечено-Ингушетии. Однако кардинально улучшить ситуацию они не могли, к тому же вопрос пригородного района Компартия рассматривать категорически отказывалась.